В Оренбургской области работают 662 сельские школы. Почти половина из них малокомплектные. И по прогнозам специалистов, со временем их количество будет только увеличиваться. Добраться до школы ребятишкам из отдаленных сел проблематично. Решить вопрос позволит программа «Школьный автобус». Депутаты законодательного собрания совместно с региональным отделением партии «Единая Россия» приняли решение о выделении дополнительного финансирования на приобретение современных школьных автобусов. Сегодня 553 автобуса, которые ездят по 554 маршрутам. Но эти автобусы уже, скажем, и по своему духу устарели, и не отвечают некоторым требованиям. Нужен пас, нужен некий, может быть, и другой, более комфортабельный автобус, хорошие дороги. На программу «Школьный автобус» выделено больше 90 миллионов рублей. К слову, стоимость одной такой машины составляет порядка 2 миллионов рублей. В Сакмарской школе два старых автобуса уже заменили на новые. Теперь безопасно и комфортно до школы добираются больше 700 ребят. С этого года впервые во всех муниципалитетах области будет действовать программа «Школьный маршрут». Ученики смогут доезжать от дома до места учебы, а во внеурочное время посещать экскурсии в рамках курса «Мое Оренбуржье». С помощью такой господдержки сотни ребят смогут изучить историческое прошлое своего края. На сегодня закуплено 45 автобусов. Другие школы региона их планируют доставить к 1 сентября. Елена Еремина, Константин Воробьев. Новости дня.